Всем приветик! Начинаю новый влог. Сейчас пришла домой с почты со своими посылочками, хочу вам показать. И также зашла в магазин, где у нас продают от Леванте всякой дорогой нишевой люксовой парфюмерии. Купила себе от Левантик. Это Латафа, Рагба. Уж слишком много про нее говорят, что это кальянная вишня. Я сначала, когда шла туда, на почту у нас там рядом, потестила на бумажке. Я его нюхала-нюхала, слушала. Ничего не поняла, не улавливаю его. Решила вернуться и просто взять от Леван, чтобы не думать, и как следует его дома потестить. На сайте у нас стоит, кстати, этот аромат вообще 18 евро, но он распродан, или 20 около того. А у них в магазине стоит 35, поэтому как бы мне не хотелось вслепую его покупать и... Хотелось, в общем... Ну, в общем, это аромат про вишню, протестирую также. Протестировала Halt at Night, как-то так, Atar Collection. Такой, это уже подороже аромат, в синем таком металлическом пузыречке. Не знаю, не мое. Вишню слышу, да, но... Вишня, конечно, здесь... Ну, кстати, сейчас, когда подвыветрился, очень такое ничего. Но я уже думаю то, что... Кошка чихает на заднем фоне. То, что после этого моего клона на Lost Cherry Tom Ford и этой вишни, мне ничего, никакая вишня больше не зайдет. Но я все равно хочу еще пробовать. Уже заказала себе несколько ароматов. Не знаю. Я только этим пользуюсь сейчас. Каждый день по нескольку раз обновляю. Мне так нравится. Я рассказывала, ношу его и дома, и на улице, так что я уже заказала себе еще таких же. И мне иногда даже кажется, что я уже настолько сжилась с этим ароматом, что я уже от себя его не чувствую, и это, знаете, как уже какое-то нездоровое начинается, что мне хочется больше и больше, короче, его. И мне тут пришли какие-то посылки с Алиэкспресс. Кстати, я думала, мне какая-то одна маленькая пришла, по трек-номеру посмотрела. Но оказывается, они сейчас как-то все в одно объединяют. И мне это очень понравилось, что как бы я сразу несколько забрала, чтобы 15 раз не ходить за ними. Я всякую ерундистику там заказывала. О, это знаю точно, что это спонжи. Спонжи в коробке заказывала. Сейчас вам покажу. Никогда, кстати, не снимала распаковки. Что-то мне захотелось. О, класс. Такая баночка, смотрите, целая спонжей. Цвет. Ну да, коричневатый, такой розовый. Блин, супер. Давай, доставайся. Чтоб не порвать. Аккуратно. Очень приятный. Мне прям нравятся уже они. И посмотрите, сколько их много. Именно поэтому я заказала, что они все разные формы. И такие неприятнейшие. Мне кажется, они будут мягенькие, софт. В общем, и так классно, что в коробке здесь сколько? Раз, два, три, четыре, пять. Так, раз, два, три, четыре, пять. Шесть. Раз, два, три, четыре. Что я, короче, не знаю, пять, по-моему, штук больших. И еще три малютки тоже для консилера мне пригодится. Я такое люблю. Стоило где-то со скидкой, что ли, было. Три с чем-то доллара за столько спонжей. Это просто класс. Я так рада, я так рада. Что нужно для счастья, да, нам? Ну, здесь понятно, что. Я знаю, здесь защитные стекла на телефон. Я даже не буду распаковывать. Это надо к мужу, чтобы их приклеивать и так далее. А вот здесь... Тоже знаю, что это наклейка в детскую комнату, такая зимняя на стену. Я еще пока не знаю, куда я ее хочу приклеивать. Но, в общем, не так сложно. Сейчас я, может быть, вставлю картинку. Там очень прикольные, здесь все по частям, снежинки, домики такие зимние, белые. Короче, так в композицию все это складывается и приклеивается. И очень я что-то такое хотела. Еще так, это, наверное, чехол для телефона моего.
Да, это он. Чехольчик. Вот такой. И скажу вам сразу. Такой у меня уже был на другом телефоне. То есть, и мне он так нравился, но потом мне пришлось купить новый телефон. Я искала на AliExpress именно точно такой же, только, соответственно, на другую модель. И вот нашла, наконец-то он пришел, он такой твердый здесь, он такой типа как стекло. Короче, классно. Сейчас доснимаю, обязательно сразу одену телефончик на свой. Так, и последнее, что-то еще. Что это? Это блотеры. Это пришли блотеры. Представляете, насколько мне лень было резать новые блотеры? Я решила заказать себе профессиональные на AliExpress. Там всяких разных. Ну и они, соответственно, более плотные. Вот, когда в магазине они дают бумагу, это не просто альбомные жилисты. На них запах как-то остается дольше. И, в общем, стоило где-то здесь, по-моему, 100 штук. И стоило, да, они такие прям плотненькие, прям как в магазине, знаете, можно даже разрезать, и вполне себе хватит на два раза. Можно, кстати, протестировать заодно ароматец. Ну, аромат очень приятный и очень нежный. И у него такой красивый флакончик, он, безусловно, очень приятный. Ни одной отталкивающей нотки я не слышу. Ну и кальянную вишню как-то я тоже не особо слышу. Просто здесь настолько ядерная, настоящая, горько-сладкая вишня, что... Не знаю, буду тестить, на кожу попробую нанести. Ну, звучит, конечно, для своей стоимости, звучит классно. И, в общем-то, все. Это были мои такие посылки, блотеры, чехольчик, стекла, спонжики, всякая такая ерундистика. Вот, все, пока. Хотела показать еще вот этот такой букет. Не очень, конечно, такой ракурс. Мы собрали его на пляже. Сказать, что сейчас продается такой на AliExpress, да, а мы бесплатненько собрали этот и еще один сейчас покажу. Вот второй, более пышный. Нет у меня, конечно, подходящей вазы. Очень хочется черную именно вазу сюда. Сейчас я буду в зеркале, чтобы подходила. Вот она я, в домашней футболке. Чтобы подходила под черное всякое вот это, вот хочется черную вазу. Видела в Пепко, но сколько искала последние дни, что-то не нахожу ее. У меня фотки висят, кстати. В общем, тут такой бардак, я только что снимала вам вот эту вот распаковочку. Так что увидимся в следующем эпизоде. Решила еще записать кусочек. Вот прошло уже, не знаю, часа три, как я дома, и как я пшикнула вот этот Attar Collection Khaltat Night. Я не знаю, как точно произносится все. Я влюбилась в этот аромат. Насколько же он шлейфовый, он у меня лежит вот там. Вот. Я его просто положила, подписала, убрала. Я просто хожу рядом здесь за 3 метра, и он на всю комнату мне пахнет, и так, знаете, шлейфит, так вишневенько. Действительно, я про него почитала, он... Ну, кто-то вишню почему-то слышит только в начале, я вот слышу на протяжении 3 часов, я слышу здесь вишню. Да, может быть, это вишневое варенье, я не знаю, но вишня здесь очень вкусная. И аромат сочный, и шлейфовый, и он такой коричный именно с корицей. Ну, особенно в начале. Очень теплый, согревающий. Первые пшики мне вообще первые минут 5 мне он не понравился, я не знаю. И вот он сейчас раскрылся. Блин, ну я начала искать ему аналоги. Он стоит у нас 150 евро флакон за 100 миллилитров. А от Levant в 10 миллилитров стоит аж 18 евро. В общем, как-то, знаете, очень кусачая цена у него. И аналогов не так много. И аналоги те, которые есть... Тоже, вот что? Что тебе надо? Так, аналоги, которые есть, тоже какие-то небюджетные. Опять-таки, везде это черное платье. В общем, не знаю, короче. Буду дальше смотреть. На него и клонов тоже нету пока. Может быть, появится. Ну, что значит очень дорогой аромат? Реально, мне девушка пшикнула один раз на этот пробник. И я просто наслаждаюсь уже вот...
какой час. Так что... А рагба... Рагба... Латафа, значит, вот рагба. Нет, я не буду ее покупать. По мне... Так, у меня телефон вываливается. Рагбу я не буду себе приобретать ни за 35, ни за 18. Ну, по мне, она просто никак не пахнет. Я не знаю, я не чувствую, она ничем не пахнет. Что-то отдаленно так попахит. Причем это не пробник из магазина. Я уже раза три пшикнула тестером. Причем 2 миллилитра, я не знаю, мне кажется, мне не долили. Я два раза пшикнула. Почему не так? Ну, ладно. Короче, как-то так. Attar Collection, Halted at Night. Зачетный аромат. Буду дальше про него искать информацию. Если знаете, напишите, может быть, какой-то аналог побюджетнее. 150 евро я не готова потратить на аромат. Хотя можно было бы, да. Ну, в общем-то, так. И что это у меня здесь лежит? Да, обои. Может быть, уже не модно и не современно клеить обои. У нас обои, и мы клеим обои. И, в общем-то, ремонту быть. Клей, обои, цвет. Я не знаю, сколько камера передает. Такой, какой я хотела. Лаконичный, без всяких цветочков. Светло-светло-бежевый. Я фанат бежевых оттенков. Я так рада, я так рада. Значит, скоро быть новым обоям. Бесплатная раб-сила. Мы кофе пьем. Настя обои клеит. Да, Настюш? Молодец, помощница. Если что, это шутка была. Что про раб-силу. Sure.